как эту кнопку включить? Скачать аддон и активировать. Воронка. Хрен знает. Я типа скачал EPGP, и у меня сразу был этот аддон, и я вообще ничего не настраивал. Ну вот, я даже с него этот... Есть EPGP, есть EPGP, а если у тебя нет второго, то все плохо. Блять, первым попавшимся я скачивал еще. В гугле вбил, и первый попавшийся. Ты, блядь, единственный такой везучий, понимаешь, кто один раз нажал на кнопку, и у него все сразу. Всех остальных. Есть на официальном сайте, EPGP. Вот, мастер. Поэтому мне, когда такие вопросы задают, мне это кажется очень странно. Ну, этот, у нас даже в Дискорде есть отдельная, блядь, эта хуйня, где есть EPGP лутмастер. Блядь, Локи, пиздец, ты чё там 180к ДПС отдаёшь? Как так, нахуй? А ещё Дезерон, я смотрю, он кто-то в чат скидывал то, что всех пофиксит, а Локов ещё и апнут. Где да, блядь, ещё добавил, что? Как-то, блядь, мало у Локов дамага, блядь. Чё-то дохуя БДК дамага, блядь, поменяться. Хватит Локов. Ну вы жалуетесь, блядь, наоборот, вы должны радоваться. Чем больше у каждого класса ДПС, да? Без разницы, какой вы находитесь в рекаунте. Чем больше у каждого класса ДПС, тем, блядь, больше, быстрее боссы ложиться будут. Тем больше вероятность того, то, что Лёха скажет, да нахуй ты мне нужен своими 20 тысячами, когда я возьму... Надо наоборот некоторые апы, чтобы они дамажили на таком же уровне, как и эти, блядь. А то у вас, блядь, получается как? Все жалуются. Вот они столько дамажат, мы столько, блядь, не дамажим. Поэтому не рфаните их, блядь. А не то, чтобы попросить, чтобы апнули вас. Вы просите, чтобы их, допустим, не рфанули. И получается, что ДПС это все меньше и меньше, блядь. Блядь, я прошу на форуме, чтобы нас апнули до общего, там, допустим, на ФДК тех же, чтобы мы хотя бы так же дамажили. Мало дамажили. Да хоры ныть, розовый. Блять, ну вы понимаете, что тебе синему уже ныть некуда, вас на самое дно скатили. Вас апнули, вам скилл дали новый, попсовый с анимацией, в чем проблема? В чем ваше недовольство? Вам сейчас до 4-10 откатится вообще, доноитесь. Можно бить или они будут разные стороны долбить? Спросите, почему совы не ноют, блять? Потому что их мало. Носов хватает на самом деле. Будем честными, они просто смирились. Они там в середине рекаунта, их все устраивает, типа, все заебет. Они не ноют, блядь, не рфаните там, блядь, хуй пойми кого, допустим. Потому что ныть некому. Засов никто не защищает. Ретриков, блядь, там просто всех ревенер стекольный, все, там больше из сов вообще никого нет. Если я не ною, меня мой дамаг вообще устраивает. Просто миликам сложнее ДПС поддерживать на некоторых боссах, чем РДД, он стоит и бьет. Наоборот, понимаешь, все ноют так, чтобы, блядь, все давали по двадцатке. Наоборот, надо ныть, чтобы все давали по тридцатке. То есть, если там ДКшка дает тридцарик, то вы ноете так, чтобы, блядь, почему, типа... Можно ли апнуть класс, потому что по сравнению с другими он ни о чем, блядь. Типа, и вас будут просто апать. Они, блядь, нерфить тех классы, которые там, блядь, вырываются вперед. Так не работает. Я с Боном разговаривал по этому поводу, он говорит, так ноют же, чтобы понерфили, блядь, какие-то классы. Не ноют, чтобы апали, ноют, чтобы нерфили. Просто если он разработчик, и он просто не знает, как один класс дамажит по сравнению с другим, я не знаю, чем он занимается. Понимаешь, чтобы как разработчику, он один, блядь, на этой хуйне, на Т5 ебучем, он один этим занимается, и чтобы ему протестить по формулам, блядь, сколько апнет там определенная херня определенному классу, и какой по итогу у него будет ДПС, это, блядь, надо смотреть уже, грубо говоря, но на это люди. Их не проблема, это нехватка персонала называется просто, и все. Это не нехватка персонала, это, блядь, называется то, что даже если у тебя будет дохуище персонала, да, не факт, что, блядь, все будут наравне дамажить, все равно будут кто-то больше дамажить, кто-то меньше. А чтобы подравнять, чтобы все наравне дамажили при одинаковом гире, такого не бывает. Как я считаю, то, что сейчас вот они делают, что
базовый урон понижают и делают больше скалирования уже от стат. Это правильное решение, потому что, получается, люди просто это лутают Т5, и им сразу просто с нихуя 8 тысяч прилетает. Это буквально отчасти тоже неправильная фраза. Ну смотри, вот, есть смотри, товар. Есть челик в гильдии, который нихуя никак не... Не в нашей гильдии. Он никак не одет, но он сейчас покупает Т5 на ханта. И он просто из-за того, что его купит, он уже там прибавит себе 1007 ДПС. А у него он будет с алкашными камнями, блядь, без всего. И что? Если тебя они приравняют к статам, то тебе ты каких-нибудь нетисов в жизни не догонишь. Так, какая разница, тебе зачем его догонять? А типа, а нахрена мне вообще мериться с метисом? Ну, это нелогично. Смотрите, зачем, допустим, чтобы, грубо говоря, пришла сова там 5-й каты, 4-5 с говна, ну, камни херня там, допустим, статы херня, усилков нету, допустим, нихуя нету, и она дамажит там, допустим, 17 тысяч. И есть, блядь, сова, которая там брюли, блядь, все есть, и она дамажит 20, типа различие 3000 ДПС, блядь, ну это такое себе, знаешь. Это пиздец. Типа должно быть от статов должен зависеть ДПС, а не от того, что, блядь, там от шмотки, грубо говоря, которая дает там от бонуса шмотки. Статы, шмоты, бриллианты, профы. Вот это все должно повышать. Плюс руки, нахуй, а не от того, что надел шмоты уже почти наравне с бисовым типом. Согласен. Сука, третий раз это шкатулка обидно раскакивает в рулетке. Мы будем распределяться. Даже руки в жопу, блядь. Тут много нюансов есть, которые люди припоты пьют, блядь. Всякую мелочь делают. Профы подгоняют, всякую хуйню. И какой-нибудь уебан с этими, с лич камнями, нахуй, почти с тобой наравне ебашит. Я говорю, не должно быть такого, что три кнопки не, на ДК-шке. Не должно. В разнобой просто три кнопки на ДК-шке тыкаешь и даешь 20 тысяч ДПС. Надо с мозгами подходить, где преувеличить, где припот выпить, где еще что-то, а тут похуй. Отложите, готов, любого, чтобы я посмотрел, кто в любого ДК-шку одеваешь 4 Т5, надеваешь Т5, более-менее нонсет 264, и он будет тебе давать 20 тысяч ДПС спокойно. Да пускай дает, вообще насрать. Это лоу гир гильдии апнется-то очень сильно. Сервер отчасти лучше будет, потому что сейчас новички приходят, они нихуя не попадут никуда. Можно сказать? Денчик, череп, простотец, крест, простя, квадрат, шторы, луна, адмирал, трусы. По миликам. Враска, череп, войд, крест, кровавый взор, встаешь в квадрат, Лёша, луна, Вервульф, трусы, Луцинь, череп, а нет, ну да, череп, Драгон, крест, Никитос, квадрат, зачетная луна. Пока тут трусы, Даркес, череп, нямка, крест, Мосса, квадрат, Локи, луна, япончик, трусы, гермперсик, череп, женек, крест, мяка, квадрат, розелина, луна. Все. Тера, поменяй, поехали. Танков если что, метки не ставят. Лёх, добро, что я написал? Да, окей. Танки, Войд и Луцинь. Войд, Луцинь, да. Ты меня в череп поставил. Блядь, стоишь? Да. Танков в метки, не обращай внимания. Окей. Гвардейца стоишь, танчишь, всё. Да, просто где? Я говорю, что ты типа страхуешь просто. Да. Вот видишь горочка, где ты сейчас стоишь, вот примерно там и стоишь. Только ближе вот к Вайше. Вот тут, да? Вот, короче говоря, вот где ты стоишь, вот только у Вайша. Вот где босс стоит, немножко там, блядь, на себя и все, и заеби. Окей. Луцинь готов? Все, поехали. Гуляй, Войд. На полную Войд. Это, ты поставь метку на Локи и на Розелин.
Не, на локе и на дарке. А я уже поставил. Поехали. Домашний. Лут стоит. Напоминаю, РДД приоритет. Это гвардейцы. Свободно, если с вашей стороны нету, блять, зеленого, значит вы бьете сначала гвардейцев, потом странников. Они должны заливаться быстро. Тотем на сопрот природы не забудьте, шаман. Розелина на CSS. Один процент по меткам. Все, хилы стали по меткам, хилим. Луцинь, собирай тогда гвардейцев, которые выходят. Ханты, что адмирал в трусы. Гвардеец, Луцин, через 3 секунды забирай. Зеленый череп. За тобой. РДД, свободная, поехал. Череп и гвардеец этого зеленого быстро. Странник вышел в трусах. Подвигайтесь, вытащите его. Следующий гвардеец Луцин. Зеленый череп. Локи, сместись туда тоже. Череп. Сейчас дойдут элементали. Залейте рядом с черепом элементали. Ну куда все съебали? Вот прибежал. Странник, 3 секунды сейчас выйдет. Гвардейцы ловил Луцинь. Праник Луна. Праник Луна. РДД сначала странника, потом гвардейцы. Я дал оковы. Луна зеленая. Вот, беги быстрее. Рога тоже. Сдуваем зеленого быстро. Все, чуть-чуть, давай. Все, слили. Собирайте. Локи, мне кидай. Прохильте рогу, быстро, быстро, что-то хп, охуенно. Так долго кидаешь, Локи, держи. Последний остался. Гвардеец еще один сейчас выйдет. Оцень. И странник.
Трусы зеленые. Трусы опять зеленые, быстро сливаем. Луна, странник. Давай, Локи, давайте. Не поворачивайтесь, к нему эфир дает. Все, мне жатву дам. Все, забирай. Кидай мне. Умер, погиб. Сука. Хуяно проебали. А че он сейчас, блядь, сопрот не выпьет? Так сопрот тут не бьется, если не ошибаюсь. Че, что вы, блядь, сдохнете от того, что у вас эта хуйня бьет? Че, один гвардеец? Добейте странника. Кто тут стоит? Этот шторы поднимешь, Вольф? Черепи. Долго кидаете. Черепи зеленый. Череп. На череп быстрее слейте. Поднимай, он там внизу лежит. Сразу ему прохил. Серьезно, блин? Она ему дали сразу же магму эту. Она в инвенте. Босс активен, странника сначала. Босс странника сначала бьем. Вой дама кова. Все. РТД в кубинете. Сыграйте по скатам. Странника скатам. Все, РТД скаты, милики по боссу. Лужи, только выходим. Веди босса на большой круг. На дюк стан. Лужи. Надо таунты. Ну так перетаунтите, блять, вас два там. Ну цель наперед зайди, дай таунт по боссу. Все, вижу дракон. Разве в кучу встаньте, пожалуйста. Один танк впереди стоит. Вот цель ты наперед. Он не знает. Пацан, наперед встань, блять, вот как вот сейчас вот стоит, вот, блять, так, встань наперед. Если лужу кинет, нажмешь там. Блинчики, сами. Тоже стоит, не? Гимна ману отдаю. Блять, лучше бы починили, чтобы босс так не отходил. На каждом стане его надо таунить. По-нормально. А там станы эти вообще, блять, раз 5 секунд кидаются. Из их выхожу. Во. Ну, 5 секунд прошло стан. Напуливайте на лодах. Таркс, выйди. Может развернуть ее, блядь? Конечно. Ты когда подходишь, она отходит назад. Не подходи, толпу. Блин, бейте скатов, ну, а пожалуйста. Если я не буду подходить, у меня руник не будет стакаться. А есть толку от твоего руника, блядь, если ты его практически не даешь. Да вон висит 5 стаков. 5% стам и зипка на рейх. Короче, если лужа будет, дашь. Адмирал. Прости, через два ляма даже яро. Последних скатов-то посольем.
Все, забейте на скат, отбейте босса. Лут поменял. Ложи не забывайте. Все, Вока летим. Да, Вока полетели. Кому нихуя не надо, Вока. Летим. Вока и Мар, можно портал? Да, Проня, я помню. Сейчас старик зайдет. Не, Гена пускай заходит. Подамажит. Сразу ЕП-шку закинешь, хотя не кидай. Портал пускай дайте маги. После всего РТ сразу за все начислишь. Уже будем